И снова всем привет. Ребята, сегодня мы с вами будем распаковывать бумажные коллекции. И у меня для вас появилась новиночка. Я все положила вот так, чтобы вам было лучше смотреть. Это коллекция уточка. Вот. Сейчас я покажу, какие тут пакетики. Фиолетовый. Я его делала из первых. Розовый. Голубой. И зеленый. И на каждом пакетике есть вот такие сердечки, стразы. Вот. Ну и наша прошлая, вернее, старая коллекция. Это коллекция лета. И в следующем видео вас ждет новиночка. Давайте сначала откроем коллекцию лета. Вот она. Давайте я редкие оставлю на десерт. Я тут выделила номер. Давайте вот возьмем желтый. А этот оставлю на десерт. То есть мы его будем распаковывать в следующем видео и закончим эту коллекцию в следующем видео. И из нашей новинки давайте возьмем розовый. Пусть будет. Вот. И в следующем видео вас ждет коллекция. Она будет довольно-таки интересная. Я ее уже там оформила. Даже могу показать. Но я думаю, буду держать интригу такую и покажу в следующем видео. Давайте коллекцию лета откроем. Наш конвертик. Я думаю, что под номером 1, потому что я уже показала номер того пакетика, и он был под номером 4. Значит, этот под номером 1. Все верно. Давайте откроем до конца. Наверное. А редкий мы оставим как конвертик. Открывашка толком не получилась, но ничего страшного. И нам попалась вот такая вот наклеечка. Бум. Надпись бум получается. Вот. Очень сильно переливается. Вот. И да, и лето еще связано с шумом, бум, ну что-то с этим связано, я не знаю, как точно описать. Но летом я люблю слушать еще музыку, очень люблю это делать. Вот сейчас я отклею. Вот, секундочку. Что-то не хочешь. А вот. Идеально отклеился под номером 1, как мы уже знаем. И тут фишка такая. Она может, короче, вот так. Ну, вот так отойти, получается, да? Вот. И давайте перейдем к нашей новиночке. Ой, вот так. Да. И она у нас уже вот так. Написала название уточка и наши номера. Это простенько я так украсила, если честно. Вот у нас вот такой вот очень красивенький пакетик, и открывашки тут такие вот получается. Я вот здесь везде сделала такие надрезы, и если даже внутри пакетик исписан, не обращайте внимания. Вот очень красивый пакетик. Я и номера я писала на самих сюрпризах, на самих наклейках. Получается, вот очень красивый пакетик, если честно. Вот такая страза. Давайте открывать. Кстати, сейчас я вам раскрою один небольшой маленький секрет. Получается, эти наклейки делала моя подружка. Ее зовут Амина. Передаю привет, если ты это смотришь. Вот. Ну и вы можете предполагать, под каким номером. А я думаю, что под номером 4 пусть будет, да. Вот такой вот, такая вот очень милая уточка, если честно. Очень красивая. И она думает как бы так о любви. Вот, у нее розовые щечки, она очень милая. Ну и что ж, давайте отклеим и посмотрим, под каким номером. Она эти наклейки делала сама, а пакетики делала я. Спасибо тебе огромное, ты меня очень выручила.
И, можно сказать, даже сделала мне новую коллекцию. Спасибо большое. Отклеиваем. И под номером 2. Номера я писала тут, как вы уже видите. Я не угадала, но надеюсь, что вы угадали. И кто угадал с вас плюс в комментариях, а кто нет, с вас минус. Ну, а я надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, вам понравилась наша новиночка. Я вас очень сильно люблю. У меня 99 подписчиков, ребят. Мне не хватает одного подписчика, чтобы добить до 100. Я вас очень сильно люблю. Желаю вам удачи, чтобы вы круто провели лето. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подпишитесь на мой канал. Я вас очень всех сильно люблю. Всем пока-пока.